Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как в телефон BQ Aquaris X2 Pro вставить сим-карту и карту памяти. Для того, чтобы нам это сделать, воспользуемся обычной канцелярской скрепкой, либо же специальной, если у вас такая имеется. В этот маленький разъем засовываем скрепку. И теперь вставляем сим-карту вот сюда. А карту памяти в другой разъем. Надеюсь, что у вас не так сильно все вываливается из рук, как у меня. И все получится с первого раза. Вставляем все обратно. И вот и все. Теперь у нас видит карту памяти и сим-карту. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!